Две монеты 1 тенге лежат на байковой поверхности 10 августа. Одна из них лежит решкой, а вторая рулом. Причем эти монетки, они новые. Обе новые, по-моему. Так, посмотрим. Да, обе новые. Потому что чеканка у них латиницей. Поэтому это новые монетки. Снимаются они широкоформатно, специально для перелиста. Это денежный поток.